Сейчас я вам расскажу страшный секрет о том, как вы сливаете всю свою жизнь в никуда, мечтая и планируя. То есть, смотрите, сейчас я вам приведу конкретный пример. Вот стоит машина. Крутая, хорошая, дорогая. Lamborghini Urus. Ну, знаете ли вы, что по сравнению, например, с Rolls-Royce'ом и даже вот с этим Porsche'ом, она просто никакущая. И знаете, что происходит на самом деле с людьми, которые мечтают, планируют, клеют себе на доску желаний всякие желания? Они спускают свою жизнь в никуда. Сейчас я вам открою ее. Знаете почему? Потому что вы мечтаете о том, что вам не подходит и, скорее всего, даже не понравится. Вот смотрите, якобы красивая машина, смотрите, даже как в самолете. Старт. Классно, да, смотрите? Как игрушка. А Rolls круче. Так вот, смотрите, сколько вы жизни потратили, мечтая про дома, мечтая про всякие самолеты, машины, смотрели на них. Многие даже выставляли это на себе на компьютер, на заставку. А знаете, что произойдет, когда вы в них сядете? И заведете, и проедете, вы разочаруетесь. А знаете, что нужно делать вместо этого? Нужно жизнь пробовать, а не сидеть под лавкой и ждать, когда она произойдет. Вот все, что вам нужно сделать, это попробовать. Вот вы многие мечтаете про свое призвание, а как оно будет, когда я уволюсь с работы, начну новую жизнь. А вы попробуйте, может, вам не понравится то, что вы хотите сделать. Может, вам даже не понравится уйти в дауншифтинг, потому что многие из него возвращаются. Может, вам попробовать жить? А знаете, что вам не дает жить на самом деле? Вам не дает жить ваш страх жизни. Не какие-то блоки, не какие-то расстановки, которые вы должны пройти, и какие-то психологи или коучи вас приведут к какому-то результату. Вы не даете себе жить. Вы запрещаете себе это делать. И только вы можете взять ответственность и изменить свою жизнь, и сделать ее такой, какой вы хотите, после того, как вы ее попробуете. Поэтому до тех пор, пока вы будете сидеть под лавкой, ничего не произойдет. Если вы хотите начать жить, вы можете перейти на следующую страницу, зайти на мой сайт, ознакомиться с бесплатной информацией. И я вам расскажу, что вы можете сделать для своих собственных личных изменений. Чтобы вы больше не искали какого-то гуру и не искали, куда приткнуть свою пуповинку, которую вы так сильно цените. Вы уже повзрослели. Поэтому давайте не будем выдавать желаемое за реальность, а начнем жить. Всего хорошего.